Кирово-Чепецкие представители Союза ветеранов Афганистана провели экскурсию для детей из реабилитационного центра «Созвездие». Встреча у мемориального комплекса прошла в рамках весенней недели добра. Боевая машина пехоты уже отслужила свое. Сегодня, лишенная возможности стрелять и передвигаться своим ходом, она выполняет другую, не менее значимую функцию – напоминать о наших земляках, погибших в горячих точках. Мы организуем встречи со школьниками, проводим в музее нашем всевозможные выставки, экскурсии. То есть мы всяческим образом пытаемся привлечь ребят для того, чтобы они понимали, где они живут. Они любили свою родину, любили своих родителей, понимали всю ответственность, которая лежит на их плечах, помнили всех ветеранов. Весеннюю неделю добра кирово-чепецкие афганцы встретили вместе с ребятами, проходящими реабилитацию в центре «Созвездие». Для детей с ограниченными возможностями это особое событие. Многие из них приехали из районов области и никогда не видели подобных памятников. Наше тесное сотрудничество с Андреем Александровичем Князевым и с Союзом ветеранов Афганистана началось с начала 2015 года. Конечно же, несомненно, люди, которые сами прошли эту войну, имеют открытые сердца, они умеют помогать людям, потому что они сами прошли тяготы, какие-то лишения. И поэтому им чужая боль, она, конечно, наиболее знакома. А мемориальный комплекс в Кирово-Чепецке планируют дополнить часовней в честь Андрея Первозванного. Главное, чтобы не было другого дополнения – новых плит с именами погибших героев. Валентина Палкина, Максим Козлов, «Вести», Кировская область.